Чарли Медуза, Зиби, это ж тройка у них? Да, это Вой тройка. Сегодня мы увидели Вайда пятерку в Китае, и теперь Вой тройка. Ну, вот так их там разных. Пекс забирает у нас дабл дэмэдж, но ценой своей жизни. Здесь Дринко, конечно, не жалеет. Хотя, подожди, торнадо полетело, а Фойстик Шелд вешается. Пекс впитывает еще урон. Подожди, он живет до сих пор, он выживает. Пак его доберет. Ли тут уже и год приходит, ферстблад делает. Но и разменивается на иммершн. Единственное, что сделали гамбит ФБ. Какой из не меня? Тут нападает на Зиби. Зиби поймали у нас. Есть Тонгей защитный. Зиби лагуна получает. Успеет ли что-нибудь нажать? А Фостик Шелд от Пексу. И контратака начинается. Не мерзнет. Там что-то LTV фантазм нажал. Фантазмился и без продолжения. А здесь зажимает Afterlife. И Бласт туда обратно под палец. Под Айслоу, чтобы он был замедлен. 3-3. Пространство для фарма есть у инвокера. Если что. А если еще вот такие киллы делать, вообще замечательно будет. А он умер. Год умер. Минус год. Прекрасно. Забирает года. Это приближает его покупки Ганима. Как... Вот здесь я гамбитов серьезно воспринимаю. Их отношение к этому турниру. А там вообще все команды как-то странно играют. Есть нападение. Есть неплохой эйсбласт на разворотике. И Стонгейс минус иммершн. Должен быть иммершн. Забирает. Приходится до Afterlife. Дальше продолжение за варенофом. Зиби наконец-таки купол ставится. Минус год. Минус варенов. Это минус 3 уже от команды Chicken Fighters. Но я считаю, что уже пора писать GG. Все. Странные челики, в общем. Так, ну пришли фарм забирать. Там полетели Мистик Снейки. Полетел. Там мясорубочка начинается. Подходит Зиби, там торнадо. В итоге было задоджено торнадо. ЕМП тоже задоджено. А LTV зашел. Ну, типа, он доджил, хотя подожди, хороший S-Blast под Ринко, прекрасно, больно очень. Суприму, Суприма Фостик Шелд задувают его. Стонгейс, Чарли откатился, он нажимает его на минус Пексу. Минус Зиби. Чарли нажимал Стонгейс, потому что его просто не было. Он был в КД у него. В итоге минус 3. Так, подожди. Подожди, еще один минус, что ли? Да, лагуна минус. Что, кончилось, что ли? Будет на Суприма. Суприм, здравствуйте, года увидел. Года забрал, но будет контратака. И контратака будет успешной. Вам больше скажу, это минус Суприм. Вот так вот. Тем временем там чикины пытаются сейчас... Тир-2 забрать, но не успеет. А Икс для гамбита... Не-не-не-не, они понимают, что происходит сейчас на карте. Так, есть врыв. На кого поймали иммершн? На иммершн подкоп полетел. Тычка, башек, без башка, нет. Подожди, живет там Дринкова, айсбласт неплохо залетает, но медуза очень плотная уже со скади. Пока иммершна на эру разменяли, залетает LTV. LTV не забываем с Эгисом. Суприм в гоствоук, а невидимость... Мы знаем, не контрится. А катаклизм где? Вот он! Бабах! Ну, что-то как-то маловато урон, но... забирает LTV первый раз. До сих пор не забирают, что ли? Били так его долго. Afterlife нужно забрать. Минус Afterlife. Забирают его. Там пытаются Суприма убить. Суприм Бласт. Суприм! Не убил! Не убили его! Ай-яй-яй-яй-яй. LTV улетает на базу здесь. Да, улетел он на базу. А с паком будет? А с паком будет смерть. Да. Сейчас скоро будет... Ну, 2 минуты Раши до Рошана остается. Ой, блядь. За многие века. 3 милишника худвинг, тоже контактный герой, очень ранжевик контактный. РПшку под рево, что вообще, кстати, комбинации очень хорошие могут получиться. Но мне нравится драфт намного больше команды Гамбит. Не знаю, смогут ли они его реализовать. Так, Мёршина. О, слушай, убить-то могут? О, могут убить. И Мёршин, неприятно, но живой Мёршин. Но это пока Фантом Раш, там прям под двум героям это Мёршин. И, кстати, это спасает ему жизнь, ребята, вам больше скажу. Там еще и Чарли красненький был, сейчас Afterlife гоняет. Может себе позволить Afterlife. Так подожди, там телепорты. Варенов прилетает. А он с РП. И можно будет сейчас дать РПшку. По Чарли полетело РП. Смогут ли его захилить? Тут Дринко контратака, она забирает. Чарли, ферстблад за командой Гамбит. Размен будет на года, забирают года. Пексу подставляется. Скьювер. Пексу должен тоже будет забирать.
минус Пекса 2-1, ну и Supreme Арбун отбрасывает и отсюда просто-напросто отступает. За Паутинник тебе тоже нравится этот бандл. Это тоже его фанат. Личный фанат. Afterlife прилетел. Прилетел один. Очень странно. Подтягивается год. Начинает подхиливать его. Ларинов сбегает. У него есть РП. Он пугает пока РПшкой. Пока пугает. Просто, да, на хосте можешь себе позволить. Immersion Stun достает до Пекса. Пекса Лагуна Драгонслей. Все в него заряжается. Разряжается. Забирает его РПшку в Суприма. Далее в итоге. Суприм до сих пор играет без шифта. Это минус Суприм. Это минус 2 от команды Гамбит. Неплохо задефались очень. Так, есть Дримкоил. Неплохо. Мансит пока что LCV, LCV в таверну отправляется. Сандер он себе не качает, такое чисто принципиально. Возьмите ебаный Сандер на единичке. Забирает он на СР, забирает он на Суприма на развороте. И заберет Пекс, кстати, это будет минус 3. Ларинов делает трибл килл. И Ходвинг с Думом. Против пака как минимум. Очень странно. Мёршин подставляется, Руман успел стрипзить. Паку не отдал эту руну. Так. Так, Пак залетает. Суету навел, прочекал все. Форма, кстати, уже, ну, не скоро, но немножко осталось до конца формы. Не так долго. Реваш, все в него просто, наконец-таки. Реваш мы увидели, забирают. Как просто можно было раньше сделать, много раньше. Уже два раза можно было, третий раз уже можно было бы сейчас сделать. Форма как кончилась, все, ребят. Суприм, кстати, у него бэбэк есть? Нету, мог бы выкупиться. Но продолжает пушить. Тут Чарли начинает иллюзиями накидывать помаленьку. Нету ни РП, нету ни Реваджа, нету ни Лагуны. Зиби залетает, Дум по LCV. Это супер легчайшее убийство было. Трарблейды продолжается драка. Иммершин красный, минус Иммершин. Погоня за Ларинофом, Ларинов больно. Ларинов уезжает на Скьюбер, пытается репортировать. Он сюда никуда не улетит. Ну и... можно писать GG, в принципе, уже. Как на это смотришь? Ольга, долго ты, конечно, ехала, ты мне прислала донат, когда? Давно прислала мне донат, короче. Забрали Afterlife, забрали Рошана с Эгисом, себе у нас чикены. Это замечательно просто, замечательно. Предложение, в принципе, интересное очень, но, пожалуй, не для меня. Но ты можешь найти себе... Вот, таверну там управляется, там был этот Реваш, Дримкоил, РПшка прожимается, но уже ты по думам был сейчас убит. Очень быстро, да, забрали Зиби, Пекс пока выживает, приходит Ланта, забирает Ларинов, а GG отключается, обрывает Ларинов. Слушайте, я не знаю, может быть, нам стоит... Есть, короче, паблик Гамбита ВКонтакте, их официальный паблик. Может быть, я не знаю, стоит написать какие-то гадости, ну, не гадости, а написать, что хуй вы делаете. Что это такое?